Гендерное равноправие как есть. Мониторинг местных выборов, проведенный в рамках проекта «Повышение видимости женщин и борьба с гендерными стереотипами в национальной и местной политике Украины», выявил любопытные факты. Как показали итоги выборов, их результаты зависели не столько от гендера, сколько от личности. Так, в Энергодарский горсовет прошла партия защитников Отечества, 75% представителей которых – женщины, трое из четырех кандидатов. В ее списках был 31% слабого пола. Представители радикальной партии Ляшко соблюли 50% гендерное равенство в списках. По результатам выборов Васильевский горсовет от них прошли 4 кандидата, двое из них – дамы. Бердянский районный совет выбрали двух кандидатов – мужчину и женщину. Мэром Приморска избрали Елену Башкову, а в городском совете одну из партий, аграрную, будут представлять только представительницы прекрасного пола. Несмотря на значительный процент женщин в списках партии «Наш край», на выборах в Новониколаевский районный совет 56% ни одну женщину не выбрали.